Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу Meatlider 3 на 6 на брусе. Пока приехали, разложились, приступаем к работе. Каркас мы поставили, закрепили его. Сейчас еще несколько ног осталось закрепить к брусу. Выровняли, весь протянули. В принципе, все готово, чтобы крыть теплицу поликарбонатом. Покроем крышу, вставим верхние форточки, покроем двери, и все, теплица будет готова. Закончили мы монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплица Meatlider 3 на 6. Пойдем смотреть. По торцам у нас цельные двери. Установлены сразу резиновый торцевой уплотнитель. Видим. Внутри у нас получается 3 форточки по 2 метра на термоприводах. Вот уже начали открываться. С другой стороны тоже цельная дверь. Каркас у нас сделан с профильной трубы 20 на 40. Сверху приварен усилитель. Диагональный усилитель есть. Все это стоит на брусе 150. Брус обработан антисептиком. Покраска каркаса полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Поликарбонат 4 мм. 0,7 плотность. Так, закрываем. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая классная теплица у нас получилась. Все, у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.